Ребят, всем огромнейший привет. У меня сегодня роллы, такие невзрачные, это со вчерашней доставки. Не знаю, с чем они даже, какая-то непонятная хрень. С какой-то шапочкой. Сушилайн. И салат Цезарь. Я, ребят, голодная, блядь, как 100 китайцев. Не знаю, надо же сухари ложить или не надо, ну-ка. Сухарики такие прикольные, чесночные. Ну что, идет второй день моей диеты. Я хочу жрать. Больше, чем за родину бороться, ребят. Это есть такое выражение. Цезарь из доставки, кстати, мне никогда не нравились. Срок. Какой-то, наверное, самый дешманский. Ровно. Курочка с курочкой. Ровно 12 часов. Вчера я доела эту лапшу. Сегодня 17 марта. Которую мы с Настёной снимали. Вот я ее ела. До 6 часов практически. И все, с 6 вечера я больше ничего не ела. Какой-то соус. Ну что я могу сказать? Время 11:30 ночи. Я чувствую, что я сейчас сожру. Все, что движется и все, что не движется. Вообще, я так хочу жрать. Это ужасное чувство. Но я к этому, ну, к этому привыкну. Надо только, ну, хотя бы дней 5 пережить вот это вот голод, вот эту голодовку. А я сказала всем приятного аппетита. Жрать хочу, капец. Подарочный ролл, кстати, ничего такой. Вкусники. Не знаю, может быть, надо было это подогреть. И так сойдет. Сухарики вкусные. Чесночные такие прям. Я достала Дораду из морозилки вчера вечером. Положила в холодильник, чтобы она разморозилась. На стрим. Ну, вы увидите ее уже. Вы ее уже видели, точнее. Так непривычно заранее, когда снимаешь. И вот говорит, что вы это уже видели. Хотя вы же еще не видели, но уже видели. Я люблю Цезарь, но не такой. Это не оригинальный Цезарь, это огромные куски помидоров. Обычных помидоров, не черри. Ну, соус ничего такой вкусненький. То ли курица копченая, то ли что, непонятно. Васаби. Утром встала, все как положено, записала число, взвесилась.
16 марта я начала. 16 апреля, март-апрель, я вам скажу свой результат. Месяц я буду так делать. У нас тепло на улице, но гололедица ужасная. Сегодня, по-моему, плюс один. Вчера было плюс пять. 21 марта я иду на наращивание волос. Я уже записана, все. Внесена предоплата. А свои несчастные 3 волосина увеличу. Не ярко так, да? Белое все. Ну, пофиг. Ну ничего, так есть-то можно, в принципе. Копченая, что ли, курица? Ой, подкопченая. Хочу сказать, волосы вот, предоплату внесли. Ну что там, до хера надо заплатить? Дорого. Дорого. Цену говорить не буду. Кто мне пишет поганые комментарии на Ютубе и удаляет их, я потом вас нахожу и закидываю в бан. Потому что вас найти 2 секунды. Буквально вчера или позавчера улетел чувачок. А то он думает, что он удалил, и все. И на этом, короче, я в обломе и не найду. Да нет, нашла. И забанила. В студии-то видно комментарий, что он написал. Также я баню на Дзене. Просто вообще нещадно баню. Вообще нещадно. А то заходят. Выходит у меня видосик. Допустим, с мясом. Заходят травоядные. И начинают мне там петиции писать. Фотки какие-то мерзкие высылать. А тут я выложила с этим. Ну, с лапшой вот с этой сливочной. Мне уже пишут про молоко, про сыры, как это все болезненно и жестко дается животным. Сразу в бан улетело это существо. Зачем навязывать свои принципы какие-то? Кто как питается? Ну, жрешь ты траву, жри. Зачем это другим-то навязывать, я не понимаю. Что за люди? Все застревает. Тут на Ютубе я, может быть, еще
как-то лояльно отношусь к этому. Но на Дзене я баню. Сразу, моментально. Мне вообще насрать там. Написали говно про мою дочь в бан сразу. На Дзене я не скрываю ничего. А комментарии у меня открыты для всех, не только для подписчиков. Хотя я могу установить только для подписчиков. Пишите, пишите. А Дзен сейчас платит не за рекламу, просмотр рекламы, а за активность подписчиков на канале. Готовлюсь я к стримчанскому. У меня Настя, она ходила, короче, в салон перед 8 марта на покраску волос. Просто покрасить волосы ей обошлось почти в 2800. Я говорю: Настя, тебе что, делать нечего? Иди купи краску, я тебе покрашу дома бесплатно. Ну, за стоимость краски пятихатка. 2800. И при том, что это у нас самая дешевая парикмахерская в городе. Вот я тогда возмущалась, как мне голову покрасили за 2 косаря. Вот так. Я сама себе крашу башку с 16 лет. Сама себе. Ой, я тебе говорю, учись. Учись красить сама голову. Это несложно. Вот почти ничего не съела, а уже наелась. Вот желудок уже начинает ссыхаться. Сейчас поставлю рыбку запекать, дораду. На закусь. Роллы не хочу. Все, наелась. Сухари классные. Я их доем, кстати. Ну все, ребят, спасибо, что поели со мной. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем вам очень благодарна. До встречи. Пока-пока.